Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Да не хочу танцевать, что-то ничего под него вообще нет. Со спала падает снова, это же Мурлок. Как нет? Так бы сейчас трепе тройку собрали и тройку скопировали в руке. Опа. Не понял. Он враг? Только блюз. Относительно ранний блюз. Вывапну? Да fuck are you? Ставлю трек дальше. Ставлю, ребята, дальше трек. 20 брони, все еще, что? Жестко злой. Жестко, ребята, злой. Химера есть. Я могу левел сделать. Химера с лиранием. Химера батя, чтобы я остался. Я не батя, мне пофиг. Систер, либо кельтузат. Мне нравится другое. А, так. Страйда, спасибо за 100. А вы знаете, что теперь, смотрите, когда ваше существо перерождается, ваше существо на себя получает 1-3. То есть бафуются карты не только нежить, ребят. Ну, прикольно, типа, атаку дальше бафать. Не, давайте так все-таки попробуем. Но... Ну, смурка не хочу призывать, если там что-то где-то забафается, хочу, чтобы на себя оставалось. То есть потерял типа 2-2, но если зареборнится с работы, то будет 1-3 и, возможно, не один раз даже 1-3. Вот первый пошел забав на 1-3. Ну и полагаю, второй пошел забав. В итоге вместо 2-2 получил сколько там? 2-6, да? А так бы она в руке не сохранила этот забав. То есть была бы карта меньше. Даже так пробуем. Дарал. Черепушку забрать. Хочу что-то еще. Окей. Не важно. Стенка нужна. Стенка 4-6 была бы неплохо. Я мог ее забрать, повесить бабу просто на сестру условным. Здесь, наверное, можно было, кстати, подержать его в руке. Ну, тоже хз.
Ставить не стоит. Это нужно было странно его поставить. Типа, непонятно, когда разбивался. То есть он стоял бы после Мурлока. Не, говно все, это не нужно просто. Так, сейчас смотрю дальше по трекам. И там вроде лосецкий трек остался как раз-таки за баллы. Вот этот вот, поехали. А я смотрю, новичок в этом режиме игры. Для того, чтобы твой билд работал, нужно покупать в магазине боба существ раз и нежити с перерождением. Ну я пытаюсь. Почему рыцарь? Не хочу с меня качать. Ты что делаешь? Ах ты говно. Сранец. Лерой есть под это дело. Ну-ка его заберем еще в руку. А нужно, не нужно, сейчас определим. Пуштер, кстати, получает 1-2. Не знаю, такую штуку забирать. Ну просто мягко говоря, не вау. Тарим норм или лучше не рейтить? Тарим, ну, не, понятно, сам не понят. Бедно пуш его апает, никто не берет. Мне как будто просто других сейчас карт нужны. Так если у меня был бы пул, считай, готовый плюс-минус этап, то я бы забрал его. Просто иду сейчас чувака, который на пиратах пробивает вообще всех. Каждому приходит, каждому минус 15 бьет и... Сейчас я посидеть качаться против него, ну, опасно. Лучше перестать, ну ладно. Жестко забафаны. Хорошая, кстати, тычка. Идеальная тычка для меня. Кек, вейт. Это сейчас... Что за проки? Это нечестно. Это нечестно. Да куда? Это нечестно. Нельзя так трейдиться. What the fuck? У меня снайпил карту в реборне, чтобы я снова реборн дал. Что за фигня? Требую переигровку файта. Это, ну, это слишком жестко. Ты есть, да. Так, ну, допустим, хорошо, забрал. Походу, надо сейчас Лерой вставить уже под эту штуку. И там была бы тоже прикольная штука под мумификатором. Такие яды есть. Ладно, эту штуку точно заберу. Это мы точно поставим. Ты точно уходишь. Эту штуку в руке подержать. Тебя надо поставить пока что. Тебя продать, тебя поставить, чтобы чисто был. А ты, возможно, не знаю, через 3 хода скопируешься. Вряд ли, но... Просто будет. Продажа, роу. Ну и все, ребята, есть стенка. Есть что-то, уже потихоньку работаем. Let's go. Привет, здорово, Влад. Здорово, ребят, всем. Воскресный утренний фричар. Вы как-то неправильно, ребят, здороваетесь. Ну, привет, ребята, привет.
Так, подожди, стрит, я ставил твой трек? Кажется, не ставил. Давай, давай, поехали. Твой поставим. Let's go. Ладно, трек, конечно. Иу. Парню в руке поддержать, пусть будет на всякие, если вверх проиграем. У меня сетап, в котором ничего не призывает. У меня атака, нежить есть, нет нежити, которая призывает нежить. Почему? Это нежить, ребята, жестко нежить. Проблема у него там стоит... призывательница. Перерождение это не призыв нежити. Ну, перерождение на героев не особо призыв нежити. Но в целом... А если ты про него говоришь, ну это такое, слабо. Там предлагали карту 4-4, которая уничтожает нежить через боевой клич, вот надо было ее разобрать. Тут притычка, а не притычка, я думал, сейчас притычка еще будет. Бризла, здорово, сайт, тут у нас... Не смотрите на мой билд. Не смотрите на это. О, но... О, oh, ноу. No. Это же коляска, она самая, да? Нам, значит, найти уничтожение нежити. Есть в пятой дверне спелл, который мы уже не раз уничтожили в модификаторе. Разделка туши. Есть еще и карта, получается, четвертая верния. Вот этот дурачок, на нежити. Ребята, в чести. Есть где посмотреть тирлист по БГ. Дайте ссылку по ЛЗ. Так, сейчас, секунду, там в третьей верни, по-моему. Вот, переодетый грабитель могил. Так, ребята, в чате, есть где посмотреть тирлист по БГ? Влад, а какой именно ты хочешь тирлист? В смысле, персонажа или там каких-то... Прямо сейчас актуального, я не знаю, даже есть, нету. Предыдущий там у Джеффа был. Террорист именно по существам. Сейчас свиньи на задний план улетают. Кожу ребор получил. Я сделал уже в одном... У меня еще был один мумификатор, я его уже сделал. Уничтожение одного мумификатора, короче. Персонажи... А, по героям. Ну, почти все, на самом деле, у кого мало брони, они хорошие персонажи.
Расскажи за утреннюю диету с пельменей Кока-Колы. А мне нравится. Мне нравится, это самое главное. Типа наги 6. А, куда дальше? Ноу. Окей. Окей, мне надо забрать кольцо задом. Вопрос овер кого? Овер тебя или овер? Тебя. Ты остаешься тоже. Ребята, овер кого? Мы короче, заберем точно кильту зада, вопрос, я не знаю. Мне сестра сейчас не особо нужна, она уже ничего особо не делает. Эта хрень, типа, после себя призывает кусочек, который тоже с атакой. Кажется, хуже. Не знаю, что от нее нужно будет или не нужно, но я в руке подержал бы. 1337 поставь. Что? Блин, проходчик нужен был. Так, я квейт, а... Что так много? А, я даже себя побеждаю, что? Так, Анна, большущее спасибо за 1337. Ничего себе, столько деньжищ. Столько деньжищ, ребята, столько деньжищ. Я, кстати, не знаю, что этой штуки там мне надо или не надо. Я, конечно, поставлю, сейчас, секунду, ставлю, ребят, трек. Трек называется «Дикпик». Большое спасибо, да. The fuck? Дракон еще... Ну давай заберем. Fuck. Перед собой продавать. Ладно, киквейт, конечно. Это проводок кинул, это он слушает. Ну, проводок ради его подписался. Анна. Рагнарош добавили? Нет, Рагнарош не добавили. А может это Саня, кстати, задонатил? Что думаете? Я только не слушаю, просто слишком это, слишком много информации. Слишком большая информация обладаешь. Просто действительно топ-2. Ну, действительно это нормально, учитывая, что мы через непонятно что играли. Я бы удивился, если мы это выиграли. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.